Органы исполнительной власти республики должны взаимодействовать с общественными объединениями, занимающимися реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых. Речь об этом шла сегодня на заседании Республиканской антинаркотической комиссии. Провел его глава республики Вячеслав Бетаров. О том, как идет работа в этом направлении, отчитался руководитель региональной общественной организации «Здоровая сеть» Атаймураз Захсоров. Участие в заседании принимали также депутаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов, медицинских учреждений, общественных организаций и священнослужители. По словам архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида, необходимо ужесточить законодательную ответственность за изготовление и сбыт наркотиков вплоть до пожизненного заключения. Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, в свою очередь, отметил, что важно проводить планомерную профилактическую работу с молодежью. Речь на заседании также шла и о дополнительных мерах при освидетельствовании граждан на предмет употребления наркотиков, в том числе при выдаче справок на получение водительских прав. По словам Вячеслава Бетарова, необходимо искоренить коррупцию в этой сфере. Глава республики также подчеркнул, что работа антинаркотической комиссии не должна носить формальный характер, а работа профильных ведомств и общественных организаций в борьбе против наркотиков не должна быть разрозненной. Министерство образования, Министерство спорта. Вот у нас центры социализации молодежи опять. Руслан, вот я о них говорю, да? Как они с ними работают? Как они с ними в районах работают? Никак. У нас в каждом районе есть такие центры социализации молодежи. Да, и вот надо, чтобы они работали с молодежью на улице. Они для этого созданы. Вячеслав Бетаров предложил создать общую республиканскую программу по борьбе с наркотиками. Подготовить ее нужно в течение месяца. В документе распишут задачи для всех членов антинаркотической комиссии. Об их исполнении необходимо будет отчитываться на заседаниях комиссии.